О, свежо! Обожаю холод! Ужас! Ты зачем это сделал? Свежий воздух полезен для организма. Бред! Ничего не полезен. А вот и полезен. Ты, ну не оставайся в своей морозильной камере. Ты что, обиделась? Странно. Ребята, а напишите в комментариях, что вам больше нравится. Холод или жара? Лето или зима? Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Вот так намного лучше. Хотя еще пара-тройка градусов и будет то, что надо. О, да, походу тут тропики. Ага, скажи, круто. Такое немного перебор, мне кажется. Дай пульт сюда, ну хоть на пару градусов холоднее можно сделать. Нет. Слушай, а давай просто признаешь, что холод это круто, и все. Еще чего, это ты признаешь, что жара намного круче. Перестанешь мне морозить своим свежим воздухом. А ты права. Серьезно? Да, я признаю, если в честном бою, то есть челленджи, ты докажешь, что жара круче. Отличная идея, потом не жалуйся. С чего начнем? Сделаем карточки, красную и синюю, и будем их тянуть. У кого красный, тому достается горячий, а у кого синий, тогда холодный, а? Точно, а предметы будем выбирать наугад по квартире с закрытыми глазами. Отлично, тогда начинаем. Повязка на глаза есть. Карточки тоже, кто первый тянет? А давай я. Вот опять! Не понял, что не так? Ты же выбрала горячие. Посмотри, вот эта надпись, она преследует меня. Меня она тоже преследует. Я знаю, как это исправить. Правда, самими сделать ничего не сможем. Ребята, help! Спасайте от преследования. Вот эта надпись, ну реально, уже в страшных снах приходит. Но мы знаем, что нужно делать. Посмотрите вниз экрана, и если у вас есть такая красная кнопка подписаться, быстренько жмите на нее, и тогда она станет серенькой. Фу, и нашим кошмарам конец. А тем, кто уже нажал, огромное вам спасибо. Работает, надпись исчезла. Продолжим. Давай. И раз мне попалось горячее, значит у тебя холодное. Так, теперь нужно выбрать, что же это будет. Челлендж начинается. Та-дам! Неожиданно. Ага. А что мы с ними будем делать? Сейчас покажу. Так, интересно, что же она придумала? Вот, держи. Это что? Носки и холод. Ну ты же любишь холод. А ну как я их одену? Слушай, а ты свою часть челленджа выполнила? Ну конечно, вот тепленькие носочки, только с батарейки. Первый раунд, похоже, выиграла ты. Но это еще ничего не значит. Ясно? Ну конечно ясно. Что ж здесь неясного? Тяни теперь ты. Ну вот и отлично. Сейчас я тебе докажу, что холодное круче горячего. Ну давай, удиви. Сейчас. Ну все, готовься. Сейчас я как найду. О, кажется, нашел то, что надо. Да ладно, ты мне его подсунула. Я? Не выдумывай. Просто достойно прими поражение. Нет, тут все подстроено. Остальные раунды проведем на кухне. Да пожалуйста. Ну что ты делаешь? Ой, прости, у тебя же холодный. Очень смешно. Да, фен с холодным воздухом не особо практичен. Ну что ж, для разнообразия сойдет. Ой, что это такое? О, следующий раунд со стулом? Интересненько! Вот и отлично! Так, стоп! У меня сразу несколько вопросов. Ты что, принес грелку? Ага! А как это ты так быстро отреагировал, что она тебе нужна? А в чем это ты постоянно меня подозреваешь? Все логично. У меня горячее и стул. Значит, нужна грелка. Не понимаю, в чем дело? Твоя очередь. Что ты этим хочешь сказать? Ну ты же вытащила холод. Вот это тебе. Держи, держи, не стесняйся. О, тепленько.
Бррр, какая гадость! Путешествие в ледниковый период точно не мое! Ой, не могу! Это очень смешно! Отдай! Вообще-то это я люблю жару! И, кстати, я выиграла этот раунд! Снова выиграла! С чего это вдруг? А с того, что на теплом стуле лучше сидеть, чем на холодном! Вот блин! Твоя очередь! Тяну! О! О, холод! Я что-то уже не уверен, что нужно радоваться! Ну, я пошел! Ух ты! Наконец-то справедливость восторжествует! О, только не говори, что это... Да-да-да, у тебя в чашке горячий пепси! Ой, вкуснятина, наверное! А вот у меня холодный со льдом! Гадость редкостная, фия! Ну не знаю, горячий. Ну как ты любишь? Странно, что тебе не понравилось. Стоп, это получается, что этот раунд выиграл я? Этот раунд выиграл я. И этот человек еще говорил, что нужно уметь проигрывать. Что? Ну все, последний раунд. Холод. О, кажется, кто-то сейчас закипит. Вот, сделай глоточек, охладись. Ну что ж, бананы, значит. А давай добавим к этому раунду нутеллу. Супер, я сама хотела предложить. Она мне идеально подойдет. И мне. Последний раунд. Вкуснятина. И что, реально вкусно? Попробуй. Прикольно. На мороженое похоже. Угу. А у тебя что? Вот. Они что, жареные? Ну да, попробуй. Реально вкусно. Реально вкусно. А это что получается? В этом раунде никто не победил? Получается, да. Слушай, а может еще раунд? Не-а. По сумме баллов я выиграла. Зачем продолжать? А если мы наберем 5000 лайков, продолжим челлендж? Ну если 5000, то конечно. Ребята, поставьте лайк этому видео. Мне очень нужно отыграться. Пожалуйста. Знаете, ребята, действительно, поставьте лайк этому видео, чтобы я окончательно Рома разгромила что? С этим его ходом. Но я бы не был так уверен. Да что ты говоришь? Да.